Привет, дорогие друзья! Решил я вот заснять влог. Появилась темка, мне надо сейчас ездить в Рамне за наушниками, за очередными, которые пришли мне с Китая. И я вас хочу взять с собой, чтобы вы провели эти 15 минут, может быть меньше, может быть больше вместе со мной, потому что я за вами соскучился. Неделю не было влогов, и сейчас я засниму влог, чтобы вы посмотрели все как есть, всю мою жизнь увидели на сегодня. Так, выезжаем с парковки. Я, кстати, только недавно приехал с работы, потому что работал я сегодня в ночную смену с 3 часов ночи до 10 утра я работал. Такой у меня график непредсказуемый, потому что все дело в том, что я работаю в аэропорту, а как известно, в аэропорту график не всегда предсказуемый, поэтому... Есть что есть. Какой график, с ним не поспоришь. Как бы я график составляю сам, но обязательно должно быть, что должны быть три смены. Утро, день и ночь. Вот. Поэтому я себе так выбрал. Оптимально сделать, что у меня есть 2 дня, когда я работаю с 3 утра до 10 утра. И так, как я говорил, мы сейчас едем в Рамле, но почему-то он меня повел через Бер-Яков. Я хотел выехать на трассу, поехать по трассе, но он решил, что через Бер-Яков будет быстрее. И сейчас я обратно возвращаюсь с трассы в город. И поеду по навигатору. Вчера, кстати, был праздник Остров Лагбаумер, и весь город, я даже уверен в том, что весь Израиль пропахся кострами. И сегодня, когда я выезжал на работу в 2 часа ночи, прям видно было, что стоит столбы дыма стоят в самом городе. Вот, и соответственно характерный запах стоял, запах костра. Так. Мы уже в Рамле, и да, что-то я ошибся. Через город намного-намного быстрее ехать, потому что я живу, считай, возле Рамля. Мой город от Рамля отделяет всего лишь одна дорога, так же, в принципе, как и от Решон-Лециона. Вот, и мне всего лишь от моего дома до самого этого магазинчика, где находится посылка, ехать 5 минут. И вот все. Вот это вот дорога, на которой находится этот магазинчик, куда мне надо. Все, сейчас мы зайдем за посылочкой. Интересно, что за наушники там пришли. Так, вот здесь вот остановимся. Не знаю, по навигатору это именно то место, которое мне нужно, но что-то я здесь никаких магазинчиков не вижу, кроме вот этого, там, где продаются, вот этого магазинчика, который сзади меня, там, где продаются овощи и фрукты. Сейчас буду разбираться, где это находится конкретно. Да, это оказалось именно здесь, это этот магазинчик, и здесь находится точка, там, где получать посылки. Итак, вот эта посылка. Довольно-таки большая. Да, сейчас буду, кстати, приеду домой, буду делать обзор на нее, чтобы также выложить на свой канал обзор этих наушников. Интересно, что за наушники здесь пришли конкретно. Кстати, обратите внимание на дома. Это ж не дома, это скворечники какие-то.
Каких годов они построек, интересно мне знать. Эти скворечники. И там вот дальше тоже. Скворечник еще тот. Напишите в комментариях, что вы думаете о этих домах. Есть, конечно, в Израиле классные дома, хорошие. Вот это новых построек, которые... Вот и есть такие, как это ужас просто, не дома. Мне добавить нечего. Но эти дома скоро все будут сносить и на их месте будут строить новые комфортные дома, для пригодные для жизни. Вот посмотрите, какие здесь дома. Это точно, что Израиль — это страна контрастов. Что-то есть хорошо, а что-то есть не очень хорошо. Вот. И, соответственно, в таких домах живут люди с не очень обеспеченных семей, так сказать, у которых нету, в принципе, достатка какого-то большого. Вот, и они... Кто-то снимает, кто-то покупает квартиры в таких домах. Ну и есть те, которые ждут, пока им снесут их старый дом и построят за место этого старого дома новый дом. Либо же просто его обновят по дома 38. Вот эта новая дорога. Здесь она должна тем путем выходить на трассу. Но ее еще не закончили, ее только... Она в стадии строительства, эта дорога находится. Только один отрезок есть готовый. Вот поэтому отрезок, по которому мы сейчас едем. Так, а вот это уже Бер-Яков. Это Бер-Яков до Рамля. Вот, мы уже по Бер-Яков едем. Мне кажется, что Рамля находится даже ближе, чем Ришон-Лицион к Бер-Яков. Но это всего лишь на несколько метров он ближе находится. А может, мне просто так кажется. Вообще в центре страны все находится близко друг к другу. Как бы нету больших расстояний, как на юге страны, либо же на севере. В центре все очень и очень близко друг к другу находится. Все города. Тель-Авив, Ришон-Лицион, Бер-Яков, Холон, Рехобот, Рамле, Лод. С этим никаких проблем здесь нету. Вот уже и наши дома пошли. Мой дом там чуть-чуть глубже находится, чем эти. Пальмы, все зелено. Такс, притормозим. Так, все, уже дома. Вот я же говорю, ехать от моего дома до этого магазинчика 5 минут, и все, и я на месте. Так, я тут приготовился уже писать проект, и мне прислали сообщение о том, что пришла посылка, пришлось ехать за посылкой. Вот так вот. Так, готовлюсь к распаковке и обзору данных наушников. Соответственно, вы обзор на эти наушники видите на моем канале, так что, опять-таки, я не знаю, какое видео выйдет раньше, или влоговое, либо же обзор.
Так что если вы подписаны на мой канал и у вас стоит колокольчик, то вы получите уведомление о том видео, которое будет первое. Либо же обзор, либо же влог. Итак, что мне для этого сейчас надо? Для того, чтобы снять обзор, мне надо вот моя камера. Это Canon M50. Я на нее снимаю обзоры свои. И подсветка, наверное. Или же использовать этот цвет. Не знаю, сейчас разберемся. Ну что, друзья, обзор я снял. Это наушники JBL Live 500 Bluetooth. Довольно-таки крутые наушники, мне не понравились. Обзор вы увидите на моем канале. Сейчас я, кстати, буду его и монтировать обзор. Так что, скорее всего, он выйдет первым на моем канале, либо же вторым. Все зависит от того, что быстрее получится. Либо же снять этот влог, либо же выложить и смонтировать обзор на канал. Это вот такие вот наушники полноразмерные, крутые. Ну и все, это все, что я вам скажу здесь. Остальное смотрите на моем канале, на обзоре точнее. Итак, видео с обзором буду сейчас уже монтировать. Но пока что его выкладывать не буду на канал. Хочу сначала влог выложить, а потом уже видео с данным обзором на наушники. Все, видео пока монтируется, а я сейчас немного позанимаюсь проектом. Немножко позанимаюсь. Вот, наверное, видео замонтируется сейчас. Я его выложу, открою его для общего обзора чуть позже. Время уже обеда-ужина. И решил я себе сделать вот такой вот ужин. 4 сосиски, авокадо, твердый сыр и тхина с кабачками. Будет довольно-таки вкусно. Приятного аппетита всем, кто сейчас обедает. Всем привет, мы плавно переместились во второй день. Кстати, видео с обзором на наушники я уже выложил на канал. И у меня получилось его просто смонтировать раньше. Вы можете пройти посмотреть. Наушники действительно очень крутые. И, кстати, на моем канале есть обзор не на одни наушники. У меня много обзоров на наушники, на разные. Вы можете пройти также, посмотреть, выбрать, что кому подходит. Потому что наушники от компании JBL, они действительно хорошие. У меня, кстати, есть наушники от компании Bazeus, обзор на наушники от компании Bazeus, тоже довольно-таки хороший. Bazeus W3 Encoq. Классные наушники тоже. Приходите, смотрите. Может, кому-то зайдет. У меня на все эти наушники выложены ссылочки, где их можно приобрести, у какого продавца на AliExpress можно их заказать. И наушники действительно хорошие. Поэтому проходите по ссылочкам и смотрите наушники, выбирайте себе. Подошло время обеда. Я сейчас буду себе налаживать курочку, гречку, и у меня вот еще есть пол авокадо. Вот я тоже авокадо себе почищу, и будет очень вкусно и полезно, самое главное. Напишите в комментариях, кто из вас тоже любит авокадо. По-моему, это самый классный фрукт, который может только быть. Очень вкусный и очень полезный. Есть, конечно, люди, которым не нравится вкус авокадо, особенно это дети. И я, если честно, тоже таким же был, пока не вошел во вкус. Вот не распробовал авокадо, и теперь я его употребляю каждый день. По нескольку раз, даже по несколько раз на день. У меня постоянно в холодильнике лежит несколько авокадо. Вот, и я просто себе половинку отрезаю, и с обедом, либо же завтраком, употребляю авокадо. Это классная штука. На этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо, что досмотрел его до конца. Если ты еще не подписан, самое время подписаться на мой канал, нажать колокольчик и написать комментарий. Пишите все комментарии, ставьте лайки, ведь лайки помогают продвижению канала. Расшаривайте это видео своим друзьям, если оно вам нравится. Рассказывайте про мой канал. Всем спасибо. Пока-пока.